В Волгограде Черкасов и Горгуша выясняют, что проигранные Кирой деньги – это взятки из крупнейших предприятий города, которые Потапенко регулярно возил в Москву. Осталось узнать, кому и зачем. Тем временем некто убивает подругу Киры, Вику, рассказывавшую следователю о существовании тетради Потапенко. Племянник Беллы, Иван, узнает от дочери Потапенко, Светы, что Соня работает в Муре, о чем незамедлительно сообщает Катране.